Так. С фейковым донатом проверить нельзя. Нет, надо, чтобы был живой донат. А что там светится? Блять. Кто здесь? Я? Только не бей. А, да ладно, тут еще какие-то ходы. О! Да ты че? Ну забаньте, забаньте. Че бубнить? Ну вот забаню, забаню, блядь. Вот именно че бубнить. О! Работает. О, яблочки пошли. Яблочки сейчас донат. Яблочки. Спасибо, Жаржет. Спасибо, Спаркилос. Работает, гайс. Че, два яблока, да? Удалите дырку ебаную за 2,5 года. Ты еще можешь стать нормальным стримером? Я думал, ты про эту, кто донатит. Осудить уже хотел, а ты про бублик. Спасибо тебе большое за 100 рублей. Ой-ой-ой. Шо? Так, надо пожрать, точно, мне же яблоки даны. Ебать, черепан нахуй. Ёб твою! Ты чё, сука, ты меня чуть не убил, блядь, своим врывом, ёбаным. Ты меня чуть не убил, гадость, блядь. Да пошел ты, блядь, Пилов Грей. Хренов. Блядь, 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 мне надо хп. Сука, придется гниль жрать из-за вас. Тихо-тихо, ребят, тихо-тихо, не врывайтесь только. Не надо, не надо, не врывайтесь больше так. Спасибо тебе за 400 рублей. Пиздец. Чуть не сдох. Ладно, я ввалю отсюда из этого подземелья. Вообще ни хрена нет. Даже кубов этих рандомных. Да, получается. Так, ну все, теперь вроде не убьют, если будут врываться. Фу, сука. Люблю. Твою ты мать! Ну все, все, ГГ. А, блядь! А! Пап! Блять! Сука! 110 очков было? Да че ты, блядь, палишь-то нахуй? Ну и санина, блядь. Я тебе сейчас, как и тебе, хочу морду уебать. Ладно, я потерплю. Сука, надо сейчас теперь возвращайся в это подземелье. Проверь почту после стрима, да-да-да. Кстати, видосики, если что, еще актуально. Там мне пару человек скинуло, да, свои варианты. Я, если что, буду отбор делать. Ну и говно. Да ты че? Рубим, спасибо. Как не старайся, когда больно. Три яблока? Хуя. Ну да, получается. Так, я где сдох? Вот это фиолетовое, да? Ё-моё, сколько туда мне идти теперь, а? Бля, сейчас чихну. Нормально, да? Да буду. У, сука, чуть не лопнул, блядь, чуть не шибануло нахуй. О, блядь. Чуть не уебало. Я всего лишь чихнул. Пиздец, я уже от какого-то чиха умираю. Взрываясь, тупо погибаю. То что будет, если меня кто-то ударит в реальной жизни? Господи, аж уши заложило. Господи, голова заболела, глаза что-то... Ой. Давление поднялось, боже мой. Пиздец. Какой коронавирус? Когда коронавирус, вроде, ну, не чихают, а кашляют в первую очередь. Подожди, не понял, ебай. Вот это я удачно приземлился. Ёб твою мать, все самое важное там осталось, блядь, давай быстрее, сука, ломайся. Да быстрее! Сейчас исчезнет. Да не, не исчезнет. Нам 5 минут вроде, да? Ну!
Бля, я не хочу пластинку потерять. Музыку. Бля. Тихо. Удачно я, когда зарплату получаю. Удачно у меня донат к Хесусу расположен. 100 рублей. 100 диковинных рублей. Но это я, получается, ползарплаты отдаю. А ведь у меня сегодня встреча была назначена с одной особой. Не получилось. Понятно. На 7 да и хуй бы с ним. Разрешите отклониться. Отдаю. Куда ты там отклониться-то решил? Вы чертовски талантлив. Откланяться. Спасибо, Гексахорд. Ты лучше поклоняйся, а не отклоняйся. Спасибо тебе за 100 рублей. Ну, не получилось, не получилось. Чего бы быть-то? Вот по зарплате я что-то не понял. В смысле, у тебя зарплата 200 рублей, что ли? Кого? Так. Черепа выкидываем. Так, а музыка, музыка где? Ну-ка. А диск? Яйцо заспавни и кость накорми собачку. Да подожди, блядь, ты не видишь, я где нахожусь? Какая собака в таких условиях? Так, что-то там хейтер какой-то в чате написал, минуточку. Стример зашкварился, стал агрессивным, неинтересным, а еще хочу бан, чтобы сюда больше не приходить. Можно? Не, нельзя, нет, его не баним, ребят, не баним его. Не надо его банить. Все, ладно. А вот не будет тебя банить, понял, да? Будешь сидеть терпеть. Может, вообще тебе модерку выдать? Так, ладно, ладно. А что, тут тоже открыто? Ух ты, ёптать. Ну, пыжи ты как наркотик для меня. Так, а здесь тоже что-то интересное. Давайте сюда сходим. А так можно было? На самом деле нет, нельзя. У, сука. А можно как-то сделать... Ой. Как-то сделать звуки вот этих вот... Звуков, короче, погромче, да? Так, это не то. Вот, давайте музыкальные блоки на 100%. Опа, ну все, ребят, окружение. Теперь я буду слышать звуки подземелья еще громче. У, сука. Эндрю. Спасибо тебе за 100 рублей. Приятно слышать такое от взрослого, адекватного человека, что уже давно смотришь. Мне приятно это осознавать. Спасибо тебе. Да ты че? Собака не сдохнет, если не кормить. Но от нее убегают скелеты и часть мобов на твою нее не огрится. Твою мать. Твою мать. Ебать, он, сука, быканул, блядь. Короче, валим отсюда. Валим нахер. Валим нахер, сейчас догонит еще. Ауф, блядь. Все, да? Все, я хочу в другой мир. Я хочу в этот... Сумеречный лес. Вроде так же называется, да? Теперь надо выбраться отсюда каким-то образом. Гелим, гелим, гелим на валике. А, вон, выход. Фух. Оп. Тебе алмаз нужен для него? Да ладно, в смысле? Алмаз? Так у меня вроде есть. Тебе надо 2 ведра воды, 1 алмаз. Так я же вроде его, по-моему, в сундуке где-то лежит. Ну, я помню, что-то было. Блядь, если нет, ну придется добыть тогда, окей. Давайте сходим, проверим. Че, не разбился? Так, где мой дом? Где мой дом? Холодно, блядь. А, вон. Алмаз, 2 ведра воды, цветы. Да понял я, ну. Так. Подожди, а где алмаз? Да ты чё? Чё?
Мне жаль людей, которые говорят обо мне плохо. Ведь они настолько ничтожны, что даже не понимают, насколько мне плевать на их мнение. Ауф. Где алмаз, блядь? Ауф, ауф. Где алмазы, сука? А где алмазы? Чё за говно? И что теперь делать? Добывать их, что ли? В тебе их и нет. Да были у меня алмазы, я помню. Они мне в кубах попадались. Ой, 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 ой. Ой, ой, нет, только не ночь. У, сука, ля-ля-ля сидит, блядь. Кто это, медведь или волк? Палит, блядь. Ладно, пойдёмте подспим, да? И это. И потом уже пойдем добывать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Дверь не закрыл, медведь сейчас придет. Да и ладно, чё. Ты думаешь, он сюда влезет, в эту дырку? Ага. Песня «Скриптонит. Положение», кстати, да. Даша, предлагаю тебе совместный стрим. Оу май. Где, у меня? Или у нее? Да, в принципе. Я думаю, как-нибудь можно организовать. Надо только придумать, что мы делать будем. И на какой площадке. Не, ну если на какой-то другой площадке, я думаю, там все и легко придумать. А вот если на Твиче, то надо тему там, понимаете, да? Вот это вот все так, 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 так. Ну здесь нет алмаза. Ну что, в подземелье, да? Ну пойдем. А, ну да, получай. Ну да, не, подожди, стоп. Бля, ладно, пойдем. Не, подожди, мне надо лопату сделать, да? Ну, чтобы купать. Да, похуй, пойдем. Какая лопата, там же камни. У тебя кирки нет. Ты что, дебил, блядь? У меня их две. Кирка. А это не кирка, что ли, блядь? Блядь, тут 10, а? Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут должна быть, да? Должно быть. Алмазы. Блядь, страшно, сука. Блядь, страшно. Блядь, сука, страшно, сука. А, ты чё? Дурак, что ли? А, на высоте 10? Да вы чё? Сейчас только 36-я высота. Это мне туда? 10-12? Ладно, пойдем. Ух, ебать, это что? Какая-то голубика, блядь. Вросшая в землю. Танзанитовая руда. Так, 29-я высота. Тара-та-та, блядь. 26-я высота. Я слышу ручей. Каменный копай, окей. 23-я высота. Двадцать один. Двадцать. Нормально, нормально, ребят, движемся. 18, 17, о. 16, 15, блять, как раз юечки столько. О, то есть. Куда я попал? Куда я попал? Блять. Почему я здесь? Черт! Тут очень злые монстры ходят. Там же только что светло было, подожди. Блядь, странная хуйня какая-то. Я, если что, вооружен. Серебряная руда, ничего себе. Кто здесь?
Ебать. Нахуй мне смородина вонючая. О! Ё-моё, ля! Так, ребят, 10, 9, всё, я на той высоте, на которой должен быть. Возможно, где-то здесь должны быть алмазы. Такое ощущение, что это кто-то уже пытался откопать. Но что-то с ним случилось, и он остановился. У него не получилось. Ой, блядь, я не той киркой опять копаю, сука, дебил ёбаный нахуй. Ну, тупо конченый, блядь. Ну, чисто конченый. Да все, все, все. Да ну это вообще нереально. Нигде алмазов нет. У меня сейчас камень уже сдохнет. Где эти ваши сраные алмазы? Пока еще сумеречный лес этот сделаешь, вечность пройдет. У, ёб твою! У, сука! Всё, да? Загорится дерево? Да. Не, ну давайте я вот так на всякий случай сделаю. Как, поставлю камень, да, если загорится? Под себя копай. Ну давай, блядь. Да слушай, это такой рандом. Ну типа можно вечно копать и ничего не найти, да? А алмазы обычно возле лавы. А это не алмаз, сука! Да тут какая-то черного цвета хрень, базальт какой-то. Твою мать. Мне кажется, он должен быть где-то вот здесь. Я чую алмаз где-то в этом месте. Может быть, это слишком низко? Ну, типа, восьмая высота. Эх, сегодня мой друг на серьезных щах доказывал, что ты гей, чего? Его случаем не Юра зовут? Но тут есть один такой сумасшедший. Юрец, короче говоря. Ой. Ой, деревянная кирка. Не, подожди, ну это бред, блядь. Не проще мне верстак поставить? И сделать нормальную, да? Каменную, ну да, получается. И сразу еще одну. Пирсинг на члене есть, конечно. Колечко. Во-во-во-во-во-во-во-во. Пакеж. А, ну да. Сейчас. В конце стрима покажу. Пакеж. Чё сейчас дебильное слово, блядь? Пакеж. Никогда так не говорите в реальной жизни. Да где, 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 блядь? Может, надо мной? Вонючий алмаз. Почему игру нельзя перемотать? У, сука. Мне больше интересно, зачем ты спросил вообще про какой-то... Спасибо за 500 рублей. А, бля, у меня есть палка, которую руду ищет. И правда, нахуй. Только она какая-то... Ничего интересного, да... Пиздец.
Алмазная руда найдена один. Она где-то здесь? Стоп. Оба. Ебать, работает, ля, сука, ля. А где? В смысле, я не понимаю, типа, в каком оно положении? Где-то тут? Или как это вообще? Или здесь, наверху? Где? Прямо? Еще раз. Алмазная руда. Алмазная руда. А где-то впереди, что ли? Чего вообще происходит? Теперь исчезла. Какого хрена? Оно наверху. Бляха-муха. Наверху, типа. Да нет, впереди ее прямо, я только что проверял. По прямой. Сука, блядь, дебила нахуй. Говорю еще раз, вот. Каменный уголь по прямой. Здесь тоже ничего нет. Она вот здесь, вот, наверху. А сколько надо алмазов? Один? Два? Три? Четыре? Пять? Шесть! Жаржет, спасибо за подарочную подписку. Один? Так где ты, урод? Он где-то рядом. Где-то тут. А! Кто пшикнул? Да сколько можно копать-то? Ой, блядь. Вот он где-то здесь. Ауф! Оба! Дел сделано! У нас даже три алмаза. Три алмаза. Так. Ё-моё, думал, тут дыра. Еще бы немного и все. И минус я. Так, ну шо, все, хватит, да? Получается, можно возвращаться наверх. Главное сейчас еще дойти до этого верха. Так, минуточку. Да ёп. Да ёп. Ой. Стрёмно. Вжух, блядь. А куда идти, я забыл? По-моему, вот сюда. И вот, а, вот, все нашел. Что за коридор такой? Где? А-а-а! Кто тут? Ёб твою мать, прозрачный ж, сука, ж... Ты чё, член? Я тебя даже не видел. Минус вебка? Это ж хуяли. Она же заряжается. Пиздец, ты чё, блядь? Вообще, что ли, ёбнулась? Спасибо. Заебёшь, блядь, как всегда очень вовремя. Нахуй отключается, говно. Ой, блядь.
Да не падай ты, а! Сейчас все будет. Сейчас все будет. Гоу в майн. Ебать, бустер. Бустер, я не буду на твоем сервере играть. Отстань. У меня тут, блять, вообще-то другие, собственно говоря, истории происходят. Понятно, да? Понятно, да? Сейчас, блять, еще на его сервере играю, пиар его сервер. Ага, ебать. Еще захотел. Вот, дружок. Ой, братик. Ух, блин, у меня глаз еще краснее стал. Так. У нас тут сейчас цель, короче, на моей карте дойти до другого мира, понимаешь? Ну, типа, ладно, без обид. Он говорит, что да в смысле ЧСВ? Ну я просто начал с другой целью в Майнкрафт играть, понимаешь, да? Бустер, блядь, дружок, браток, я же не против с тобой поиграть в Майнкрафт. Ну просто ты так залетаешь неожиданно, ну. Ты чё, охуел, блядь? Я сейчас в Москву переехал, сейчас приеду, блядь. Я тебе сейчас такое покажу. Он говорит, что припомнит. Да я ему сам сейчас припомню, алё, блядь. Прям сейчас такси вызываю, еду к нему. И чё? Захотел. Так. Ну да, получается. Обиделся. У него же день рождения вроде после... Нет, стоп. Ну да, послезавтра, 25-го. И он меня приглашал, так что я ему сам припомню, когда приеду. Мы будем друг другу там припоминать, короче говоря. Он тебя на бой вызывает? Давай, блядь. Давай, нахуй. Давай, 25 числа. Адрес. Устроим бой. Мой хуй с твоей губой, блядь. Ау. Не, ну видали, да? То есть у него, походу, реально настолько бай-ю-ю-ю-ю-ю яйца, что он залетает просто такой, и такой сразу, типа, go в майн со мной. То есть он уверен, что я пойду с ним в Майнкрафт. В итоге я такой, типа, не, братан, сори. И он такой, типа, а, как? А, со мной? Никто? Типа, что? Сам, он со мной не хочет? Да ну нахуй. Да быть такого не может. А может быть. Да ладно, ладно, шучу. Шучу, шучу, бустер, брат. Да, я в другой мир тут схожу, и может быть тогда я с тобой, может быть, поиграю. Я смотрю, тебя уже 4 дня, я думал, ты настоящий мужик, которого можно уважать, ты... рассказывал, как ссал на девку в детстве, как все нормальные пацаны, писал в бутылочку. Чего? Паста? Очень странная паста какая-то. Ты мне лучше скажи, как выбраться отсюда. Как выбраться отсюда? Где выход из этого... Блять. Где моя дырка, в которую... из которой я вылез? Да ё-моё. Она же где-то здесь должна быть, вот тут где-то. Вот тут, вот тут она, блядь, где-то была. А, во! Ой, блядь. О, попёрло. О! Всё, ребят, мы почти дома, мы дома. Мы дома, мы дома. Блядь. Да ёп... Да ты че? Господи, блядь, что кто там рычит? А, сейчас ночь! Тихо. Да ёп! Бля, вы слышите? Нам надо поесть. Почему эти яблоки такие слабые? Это не животные. Это что-то очень большое. У меня живот не такой большой. Все, идем. Господи.
Как страшно, блядь. Я хочу выбраться отсюда. И попасть в сумеречный лес. Это все, что я хочу в этой игре. Так, вроде чисто. Валим, валим. Галим, гелим, гелим на велике. У тебя мод, когда ты ешь одну и ту же еду, твой персонаж привыкает и дает меньше еды. Так что комбинируй яблоки с чем-то нибудь, нихуя себе. Реаль... Я-ля, сука! О, ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. Сидите. Ёп! Красиво, да? Ну да, получается. Пап-пап. Дебеннингтон, спасибо за еще одну подарочную подписку. И Итлуни тоже. Да вы чё, заговорились что ли? Не, спасибо, ребят, за подарочные подписки. Девочки. Так, ну все, спим. Получается, надо ведро. Хм. Ведро, да? Ведро, да? А где ведро взять? Что звук? Кто тут, блядь? Двенадцать цветочков. Из железа. Сука, мне что, железо еще теперь добывать? Бля. Че это за хуйня летает? Алло, утро на дворе, ты что тут забыл? Ля, сука, что творит. Так, алмазы выложить, да? Ждите здесь. Я скоро вернусь. Бэ, сова? Так это сова? А я думал, камера. Ну, точнее, медведь. Ля, сука, блядь, сидит, палит нахуй уже сколько суток. Ку. Блядь. О, господи. Нормально такой сейчас дайминг уложился. Евира. А, Арзамастер подарил. Спасибо. У, сука, ля. Псинка. Так, ладно, окей, значит, Хесус, камень. Хочу в Майнкрафт. Мы так далеко продвинулись. Также, чего? Хесус, мне что нужно руды добывать? Ой, копать, бля, что-то. Ауф. И чё, а при чем тут это вообще? Ебать, как сказал, конечно, при чем копать и двигаться куда-то. Так, ладно, идем железо добывать. Ауф, да, ауф. Совы не то, чем кажутся. Блять. Так, ну я видел, здесь железо было где-то. Я думаю, что это не будет про... Это не будет проблемой. У тебя вроде есть железо? Где? 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 Хуй знает, нет вроде. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Твою мать. Да потом яйцо заю-заю. Заю-заю-заю. Железо, ты здесь? Там опять какая-то сова сидит. Вон, видите? Вон, вон, вон. Вон морда, блядь. Кто тут? Как они ж, сука, страшно появляются из темноты. На, блядь. На, нахуй. На. Так, вот тут железо. Кто-нибудь видит железо? Блин, где железо, сука? А! Твою мать. Хотя... На! Снежок.
Серьезно, блядь. Микро шумит или у меня наушники? У тебя наушники. Это просто в игре звук подземелья. Рибу. Да шо мне ваша риба? У меня еще еды мало, блин. Хотя да, маловато. Кто тут? Кто, блядь? Давай. Я готов сражаться. Я буду биться до конца. Они вроде выше. Так, вниз. А на какой высоте железо-то находится? Железо? Что это, блядь, такое? На любой? А нахуя я так глубоко спустился тогда? Ребята, здесь... Во-первых, здесь зомби в броне. А во-вторых, здесь... Сундук. Сундук! У меня идея получше. Я же не дебил. Да, блядь. Да иди ты. Вот так. Вот так. Стой. Минутку. Чё за хуйня? Ты знаешь, кто я? Ты дебил, блядь! Я вор. Ты лох! Чё происходит? Ты Лавгрей, иди в жопу, блядь! Чё? Ёб твою мать! Испугался? Обосрался! Чё это было? Бля... Не донати больше 600 рублей. В жопу это говно. Аж зомби все проснулись. Ля, сука, а чё это там всё в какой-то херни... Ёб твою мать, там походу... Логово пауков. Ля, блядь, как много. Ау! Твою ты мать. Блять! Ля-ля-ля, сука, драка. Ля-ля, сука. Ля-ля-ля-ля! А чё, всё, что ли? Ну... А, во, продолжение драки. Опа. Блин! Что? Кто победит, ребята? Делаем ставки. Кто победит? Тот, кто слева или тот, кто справа? О, в итоге побеждает тот, кто справа. А, боже мой, еще один ему бошку снесло. Вот это да, ничего себе, поворот событий, он тоже умирает. Остался еще один, это зомби, но он вообще никак не реагирует. Блять, их там трое. Их там трое. На, сука. На, блять. Ну, давайте еще двое выходить. Че встали в углу? Страшно, да? Я здесь, кстати. Ай! Ёра, блядь, он хп отнимает. Чё встал? Ах ты, сука! Ты гадость! На, блядь! Все, он сейчас сдохнет без башки. Блядь! Что? Откуда? Откуда он вообще вылез?
блядь. И все вонючее, вот это просто из-за какого-то сраного железа, блядь. Блядь. Я тоже хочу в сумеречный лес, но я же, ну, как бы не виноват, что все так сложно. Твою ты мать. Где? Да, глубоко я спустился. На кой хрен я это сделал? Фух. Во. Так, блядь. Тихо. Ах ты, падла. Че, вообще, что ли, шизанутый, блядь? Да, падла, блядь! Валю отсюда, я валю отсюда. Пойду я лучше железо в другом месте поищу. Мне кажется, если копать сюда... Вот сюда. То это железо также можно найти вообще без проблем, да? Ну да. Ну да, получается. Тапки? Ну да, получается. У тебя есть посох. А, блядь. Глина, блядь. Мрамор. Доски какие-то еловые. Каменные кирпичи. Ясно. Да, короче, тут вообще нигде нет. Понятно. Короче, ясно, блядь. Здесь нигде нет железа. Зато есть железные прутья. Ой. Да ты ж... Да ты чё... Найди обычную шахту. Легко сказать. Ашо, Кава, Крис Эдисон, здрасте. Привет. Хесус, что это, блядь? Чатик родненький, ку меньше, чем 3. Привет, привет, спасибо тебе за переподписочку, кстати. Обычная шахта. Ты чё? Ой-о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 й
Пиздец. Бля, мне страшно, ребят. Я себя замуровал, я не хочу отсюда выходить. Мрамор, булыжник. Булыжник, мрамор. Блядь. А, железная руда! Так, надо пожрать. Ребят, задавайте кто-нибудь 200 рублей. Вылечите, пожалуйста. Мне еды нет. Хотя нет, свинина есть жареная. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что это? Так. А еще еда есть? Да что ты... Да ты че... Так, где-то здесь железная руда, а где-то здесь железная руда. Вот где-то здесь она. Где-то здесь.
смысле, блядь, ничего интересного, нахуй. Вот тут, что ли? Когда next стрим? Ну, может быть, завтра. И чё, и где? Понял, надо прямо. Нашёл! Сколько её надо? Ну, в принципе, тут нормально. Три? Ну, я уже даже больше трех сделал. Фу, бля. Ну все, где? Че это такое? А, нет, все нормально. 6 железные руды. Достаточно? Так, а теперь надо выбраться отсюда. Впереди там... Ну, там что-то есть. Может, отсюда? Просто вверх, а? А? Блин, ладно. Рискнем. Попробуем найти обычный выход. Поешь. Заебал уже жрать, жрет и жрет, сука. Меч? Какой, блядь, меч? Где вы там меч увидели? Ай, правда. Ой, еще и лук. Тогда и стрелы нужны. Сука, я дурак. Как я мог этого не заметить? У-у-у, дебил. Ё-моё. Ё-моё. Эй, бля, ебал. Ау-ау, уга-буга. Да пошел ты. Да, сука. Твою мать. Все пиздец, все пиздец. Бля. Как выбраться отсюда, сука? А! Помогите. Мне страшно, бля. Я не хочу умираться. Еда закончилась. А, нет, гниль есть. Ладно, я в России живу, мне в принципе не... Да, сука, чё ты факелы ставишь, дебик? Дебик! Нахуя, дурак! Ой, дурак, ой, дурак, бля. Приветствую смотрящих. Да пошел сын. А что делает эта кнопочка? Ой. В пермач тебя кидает Девин Тул, понял, да? Спасибо тебе, конечно, за 400 рублей. Сука. Да что ты факелы свои ставишь? Придется гнилью питаться. Заставлять стримера жрать гниль в прямом эфире. Слава богу, что каким-то образом, благодаря этому, здоровье восстанавливается. Вообще не понимаю, как это работает. Поменяй меч, он лучше. Ё-моё, и правда. Ладно, копаем вверх. Ну да. Сейчас мне на башку лава какая-нибудь. Фу, блядь, ну погнали. Бля. Не болей. Во, куколя, спасибо за 200 рублей. О, видите, девочки, они добрее. Чем это быдло ебаное. Спасибо. Только, пожалуйста, пусть это будет не лава.
Какая мне высота нужна? Сейчас 46-я. А по факту? Да ёп. Да ёп. Так, паука слышу, павук. Опа, земля пошла. О, водичка капает. Така, така, така. Ребята, мы приближаемся к поверхности. Я так понимаю, это днище какого-то... А, нет, это не днище. А чё вода течет? Подожди, чё вода течет? Стоп. Твою ты мать! Ёбаный. Так, окей. Там надо плыть достаточно много, если что. Так, ладно, надо приготовиться, понимаете, да? Так. Так. Хотя нет, немного. Но тут, блядь, эти кровопийцы. Да плы... Он не всплывает! Почему? Он не всплывает! А, вот. А, тут лед! Что, блядь? Блядь. А! Ну и говно, а. Так, ну чё? Там эти пёсы ёбаные. Так, значит, камень есть. Алмаз. У, сука. У, прозрачный? У, блядь. Чего? Да биг... Чё, какой хрен тут павук, блядь? Хотя, достаточно полезно, что... Ай, блядь! Что, что, что? Чё за хрень? Кто мной управляет? Почему я сам бегаю по лестнице вверх и вниз? Бля, там теперь собака сидит у меня в доме. Сука! Ай! На дворе дрова, на дровах Чист. Братва, у братвы трава, вся братва в дрова. Теперь в этой херне. Но выбираем мы сами, но лучших оставляет время. Настоящая братва — это единицы из сотен, что своих не бросали. Ау, Фейлиза Кулич, спасибо тебе за... Пиздец, я с собой же своей нахуй могилой заблокировал себе выход из... из этой пещеры сраной. Охуенно. Сейчас я ее сломаю, короче, все вещи останутся наверху, а наверх я не смогу пройти, потому что там собака же. Если я ее еще сломаю, конечно. Сука! Че? Меня эта собака убила вообще-то. То есть меня вам не жалко, нахуй. А собака так сразу плакаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.